собой, себе во благо трать мирские дни, но в день седьмой, в день мира и покоя, святого Господа в молитве помяни. Отец и мать, они твоя судьба, мой сын, будь благодарен им до гроба, чти мать свою, родившую тебя, храни отца от зависти и злобы. Когда твой дом наполнен суетой, вечерний час и в полдень самый ясный, не трогай имя Господа, сын мой, пустой хвалой и памятью. Я смотрю в твои глаза, я не чистил каждый глаз. Для Божьих дел эти силы сохранить и семя не разбрасывать. Он на них не украть, читай. И для нас еще не сердца, не устали, наши камни, но в один жизнь. Что я не сорвусь, слава наши кони, никогда не сошли. Полного экспертного совета и отборочной комиссии на этом фестивале «Ангел». И сегодня мы решили поблагодарить вас и поздравить с открытием фестиваля. Советского для русского кино. Автор музыки Александра Николаевна Пахмутова
автор стихов Николай Николаевич Абрамов. Русский вальс. Песни печальные, дальняя даль, лица людей простые, вера моя. Кино возвращается, и мы в этом году решили его изменить и назвали «Доброе кино», потому что считаем, что оно вернулось. Поздравляю. Лучезарный ангел – один из самых значимых проектов комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Он поднимает на своей творческой площадке такие важные темы, как укрепление истинных семейных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия нашей страны, воспитание молодежи на высоких нравственных идеалах. Сегодня как никогда важно, чтобы кинематографисты чувствовали ответственность за киноленты, которые они создают, и которые станут примером для будущих поколений. И наш фестиваль ежегодно вдохновляет режиссеров, сценаристов и продюсеров на создание именно таких фильмов, наполненных добротой, чистотой, духовностью, любовью к родине, ближнему. Эти ценности необходимы и понятны каждому человеку. Зритель нуждается в таком кино, которое мы полюбили с детства, на котором воспитывалось не одно поколение. «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Белый бим, черное ухо», «Доживем до понедельника», «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Император 2, президентская срока, 2012-2024 года, высшие награды, вот все, день, Герой армии ФСБ, поздравляю, наша Россия, наш президент, ваша сила, правая часть, идем, Светлана Владимировна, Мединский, Владимир Светлович, прямо все, сейчас и кинул, благополел». Возродить традиции семейных кинопросмотров. Именно поэтому наш кинофестиваль и проходит в дни школьных каникул, когда родители имеют возможность быть больше со своими детьми. Наш фестиваль благотворительный. А это значит, что это целая неделя. Наши семьи, наши удивительные зрители, которые ждут доброе кино, могут приходить на наши кинопоказы совершенно бесплатно. На наш фестиваль в этом году было представлено 460 картин из 19 стран мира. И мы видим, что география нашего кинофестиваля «Лучезарный ангел» расширяется. Отборочной комиссии Духовно-экспертным советом было отобрано из 460 картин 160 фильмов. Из них в конкурсную программу вошли 65. Поздравляю. В конкурсную 51. В ретроспективную 44 киноленты. Раз в 2 года мы проводим конкурс сценариев «Доброе кино». В этом году на конкурсе... Всю важность этой номинации именно она дает начало созданию доброго кино. И искренне надеюсь, что скоро мы увидим эти фильмы наших сценаристов на наших экранах. У кинофорума есть свое продолжение «Свет лучезарного ангела», который проходит по всей России, а также за рубежом. Она также дает возможность нашим лауреатам знакомить зрителей со своими кинолентами. И также встреча с благодарной публикой. Дорогие друзья, я хотела бы поблагодарить всех организаторов 14-го международного благотворительного фестиваля «Лучезарный ангел».
Министерство культуры Российской Федерации, правительство Москвы, Русскую Православную Церковь, Москино и кинотеатр «Тула». Прекрасно, поздравляю. Сложная работа оргкомитета позволила подготовить интересную и плодотворную программу. Отдельные слова приветствия и благодарности хотела бы выразить всем членам жюри. Председателю жюри, народному артисту Российской Федерации Владимиру Валентиновичу Меньшову. Вам придет слово Путину, 24-й год, лучшую награду. Пусть неделя. Героям армии 7-й, будет. За работу и высокий персонализм. Желаем вам успешной и плодотворной работы во время нашего фестиваля и подведения итогов, которые мы с нетерпением ждем. Также хочу выразить признательность создателю мультфильма Юрию Кулакову и продюсеру Юрию Рязанову за созданный к десятилетию всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» мультфильма «Сказ о любви и Февронии», который сегодня... Поздравляем! Два приветствия Путина, 2024 год. Лучшая награда. Путин день Героя России. Искренне надеюсь, что программа кинофестиваля найдет отклик в ваших сердцах. Мы говорим нашему лучезарному ангелу в добрый путь. Пусть он распахнет свои крылья и подарит вам добро, любовь и надежду. Спасибо. Поздравляем. Два приветствия Путину 2012-2024 год. Высшая награда. Будем здесь. Герой Мальмик. Будем водя. Кино объединяет и сплачивает людей на принципах праведности, человечности и любви к своей родине. На сцену приглашается святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Уважаемая Светлана Владимировна, уважаемые участники и гости фестиваля, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас, собравшихся на церемонии открытия 14-го международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Девиз кинофестиваля «Доброе кино» указывает вектор развития форума, свидетельствуя, что и в наши дни, когда у многих наших современников создается ощущение, что киноиндустрия стала инструментом зарождения верность им автора любого художественного произведения определяет его подлинное достоинство. Из этого отнюдь не следует вывод о незначительности прочих составляющих произведения искусства, делающих его по-настоящему качественным. Однако, применительно к кинематографу следует сказать, что все остальное, и мастерство режиссера, и оператора, и зрелищность, и эстетичность, призваны акцентировать главное и служить вечным идеалом добра, любви, справедливости и выражать их, как форма выражает содержание. Вместе с тем я искренне убежден, что подлинное произведение киноискусства не может быть чуждо красоты и гармонии. Искусство призвано приобщать людей к прекрасному, эстетически совершенному и свидетельствовать о божественной красоте и величии, так же, как и о красоте созданного с Богом мира. В самые древние времена люди хорошо чувствовали эту внутреннюю связь между этическим и эстетическим началом. И в античной Греции искусство, которое по сей день во многом задает нам образец вкуса, это понимание было очень глубоким и выражалось даже на уровне языка. В древнегреческом языке понятие «колосс» обозначает вместе и «добрый», и «прекрасный». К сожалению, для многих наших современников эта взаимосвязь не является...
сегодня будем ездить. Армия называем водяй. Победа игра. Владимир Путь, мы сейчас точно едем. Дмитрий Александрович, Владимир Владимирович, Петрей Владимирович, Светлане Владимирович, армия называем водяй. Герой, понятно? Петрей Владимирович, Светлане Владимирович. Министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского. Поздравляю, два прислуга Путина, 2012, 24 год. Пусть мне кажется, Путин день, герой Марина, поздравляем, будем. На студии имени Горького мы укрупнили имущественный комплекс, и я надеюсь, что начиная со следующего года мы ежегодно будем видеть в титрах старую добрую надпись «Производство киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького». В прошлом году, когда мы открывали 13-й кинофестиваль, я посетовал, что не хватает хороших сценариев для детского кино. Их действительно не хватает, но спрос на эти ленты колоссальный. Посмотрите, идущий сейчас на экранах всего лишь пятый день фильм «Последний богатырь», детское кино уверенно собирает половину зрителей, приходящих в принципе в кинотеатр. Я даже боюсь называть вам размер кассовых сборов. Это говорит о том, какой огромный спрос на хорошее, старое, в хорошем смысле слова, старое, доброе кино о наших сказочных и современных героев. И вот, когда я услышал, что 16 сценариев выходит в финальную часть конкурса сценариев, присутствует здесь Вячеслав Николаевич Тельнов, я бы очень просил вас внимательнейшим образом всех победителей детского сценарного конкурса отобрать и попросить фонд кино, чтобы вот не было этого разрыва между сценарием и последующим производством, просто выпустить лучшие из этих сценариев и предложить нашим крупнейшим компаниям для экранизации. Таким образом, «Лучезарный ангел» станет трамплином для сценаристов на большое кино. Обязательно, пожалуйста, этим займитесь. Просто Владимир Степанович избирается на два президентских срока. 2012-2024 год. В этом году российское кино поставило очередной рекорд. Мы в прошлом году были довольны результатами, это было улучшилось год по число зрителей для российского кино, начиная с 91 года. В этом году, уже за истекшие 10 месяцев, мы этот результат перекрыли. Мы надеемся, но не надеемся, абсолютно точно, 17 год станет самым лучшим годом для российского кино с момента, с 1991 года. И это вселяет в нас уверенность, что трудности, с которыми столкнулся наше кино и наша мультипликация, они обязательно будут преодолены. Вот открытие этого кинотеатра, даже культурного центра Тула, мне кажется, очень добрый знак. Всего лишь год назад мы имели непростой разговор с департаментом культуры города Москвы о том, что вы показываете в московских кинотеатрах. У нас так мало их осталось.
И такой странный у них репертуар, так мало зрителей, и жаловались на исключение московских функционеров. Видите, какие эффективные, быстрые вещи принимают в Москве, Москве, Давно я снимался в дебютном фильме Эдика. При том, что... О, счастливчик назывался там вместе с Сережей Шазбутовым. А... Обладатель второй премии, фильм «Сын», режиссер Вячеслав Росс, Россия. Огромное спасибо. На сцену приглашается министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Чайковский. 8 Владимир Путин, избирается на 2-3 срока 2012-2024 года. Высшая награда, 8 идей, Кубовский поддержал. Ваше судейство, здорово понят, это действительно создает большой отзыв. Все это не просит Москвы, но большое спасибо за то, что вы изучаете на самом деле, получить премию на фестивале. Здесь у нас мы долго работали над сценарием и очень плотно работали с продюсером. Включение к нам ближе 14 международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». На сцену приглашается председатель оргкомитета кинофестиваля «Лучезарный ангел» Светлана Владимировна Медведева. Ура! Победа! Прекрасно! Восхищаемся вами! Благодарим вас! Прекрасно! Прекрасно! Поздравляем! Но он объединяет все больше и больше друзей вокруг. И сегодня география фестиваля может расширяться. 19 стран мира России будут участвовать в нашем культурном фестивале. Все больше и больше работ, посвященных общей теме добра и человека. Все больше кинорежиссеров, сценаристов, создателей таких элемент, которые объединяют обычные человеческие ценности, любовь, справедливость, милосердие. Искусство это уже очень уже что сегодня возрастает роль и понимание и создание детского и анимационного кино. А наш кинофестиваль проходит именно в дни осенних каникул. И мы всегда приветствуем наших юных зрителей. И вы сегодня видели, какие замечательные ангелы наши мальчики, конечно же, принимали участие в нашей церемонии. Но эти фильмы сегодня мы не только создаем, люди, которые соскучились по хорошему, учим их быть добрыми и счастливыми. Давайте вспомним себя, но и большая ответственность. Потому что, конечно, план оказался очень высокий. Я прошел, что не узнал этого зала, потому что я хочу поблагодарить всех участников, кто помогал создавать наши участники. Тот
уровень сегодня состоялся, благодарю сердечно установка уровня качества, большое вам спасибо. Фестивале «Лучезарный ангел» открылась последняя конструкция кинотеатра «Жукова». И мы могли видеть, как много зрителей, как много семейных пар. Да, прекрасно. Впрочем, Владимир Путин избирается на два президентских срока 2012-2024 года. Выше награды. Путин и дети. Герой Марьи ФСБ МВД. 2017 год. И думаю, что то совместное путешествие вам принесло много-много радости и приятных впечатлений. А нашим юным зрителям и нашим ребятам, молодежи, также незабываемых впечатлений. Сегодня вновь мы здесь встречаемся и подводим итоги. И в моих руках главный приз Гран-при кинофестиваля. Я хочу выразить слова и признание тем создателям добрых кинолент и в различных номинациях, которые сегодня были представлены. И, конечно, от всего сердца вместе с вами поблагодарить их за участие и поздравить всех номинантов, дипломатов, лауреатов нашего конкурса с заслуженными наградами. Поздравляем, поздравляем. Восхищаемся вами. Благодарим вас. Благодарю вас. Прекрасно. Конечно, создавать доброе кино, это поистине это сложно. Это требует больше моральных затрат, больше сил и, конечно, той любви. Мы сегодня не раз обращались и словами, и любви, и признательности своим родителям. Вот я тоже сегодня хочу вспомнить, как говорил и учил меня мой дедушка. Ты люби все то, что делаешь. И думаю, что вы замечательные создатели такого доброго, замечательного фильма. Вы точно любите, что вы делаете. А вам спасибо за эту любовь. Прекрасно. Благодарим вас. Благодарим вас. Слова признательности всем членам жюри нашего кинофестиваля и, конечно, председателю нашего жюри, народному артисту Российской Федерации Владимиру Валентиновичу Меньшову. Поздравляем. За профессионализм и за беспристрастность в нашем сложном подборе. Итак, прежде чем я объявлю с нашим председателем жюри, с нашим уважаемым председателем, я еще хочу выразить огромные слова благодарности нашему зрителю, который ждет и верит, что доброе кино обязательно будет. Мы изменили в этом году наш девиз «Доброе кино возвращается», потому что мы уже знаем, что доброе кино с нами. «Лучезарный ангел» не заканчивает свой проект, свою работу, свой кинофестиваль. И свет «Лучезарного ангела», он идет дальше и продолжает свой путь. И прольет свой свет в других регионах России и в других странах мира. Наша задача оргкомитета – дать ему дорогу таким замечательным и добрым фильмом. Тем фильмом, трудится, это значит, мы становимся богаче. И тогда мы можем сделать лучшего себе. Спасибо вам, дорогие друзья. Прекрасно. Благодарим вас. Ура! Победа! Наша Россия! Наш президент!
вас, наша сила, слава и честь! Голосуй за два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу на месте, как всегда! Ура, победа на века! Поздравляем! Восхищаемся с вами! Вручены им! Мы от всего сердца поздравляем всех победителей с заслуженными наградами! Поздравляем всех, кто делал этот фестиваль! Прекрасно! Отборщиков, духовный экспертный совет, членов жюри, партнеров и всех тех, кто вдохновлял и поддерживал нас. Спасибо вам. Спасибо. Завершается фестиваль, но в наших сердцах остается свет доброго кино. Thank you.
а главное, незабываемые встречи с добрым людьми. Спасибо. Спасибо. Вот, владельцы, будем играться на папу
14-го международного благотворительного фестиваля «Лучезарный ангел». На сцену приглашается председатель оргкомитета кинофестиваля «Лучезарный ангел» Светлана Владимировна Медведева. Составили отборочную комиссию 14-го международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Это Илья Рашмухаметов, игровое полнометражное кино. Владимир Умаев, игровое короткометражное кино. Андрей Шаранин и Елена Алферова, документальное кино. Вам пришло Путина, 2012-2024 год. Лучше награды, лучший день, Герой Армии, Герой. Специальный музыкальный фильм. На сцене вокальная группа «Гайдай». Просим владельцы, просим владельцы сегодня играться на два пресс-рока. Это же надо, что же надо. Будем играть, будем играть. Громадно, как бы, будем играть. Владимир Владимирович, это же надо, 24 года. Будьте награды, будем играть. Армия, как бы, будем.
Вместе! Thank you.
Кто это
Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было.